Друзі, всім привіт! Я до вас знову повернувся і знову з двома новинами. І обидві вони хороші. Перше. У нас в правилах дещо змінилося і найкращу сторону. Тепер у нас є призові, нормальні призові. Кожен, хто виграє у райдера, отримає $100 США. Якщо виграти у райдера в одязі, можна отримати $150. Якщо ти програєш райдеру, ти все одно отримаєш $1 США. Як на мене, все чесно і кльово. Друга новина, вона стосується райдерів. Від глядачів постійно надходять різні зауваження, побажання. І одне серед них є те, що людям не цікаво дивитися, як я всіх катаю. Тому я оголошую збір для райдерів. Райдери, пишіть теж нам листи, проходьте підготовку. І я чекаю вас на наших змаганнях. Ми все ближче під'їжджаємо до місця змагань, і я ще більше хвилююся. Мені здається, сьогодні буде нереальна заруба. І хлопці, і дівчата, всі готові кинути виклик нашим райдерам. Буде цікаво. Залишайтеся з нами. Народ, я хочу вам сказати, що все, що буде відбуватися з вами, виключно за вашої волі. Я вас сюди не тянув. Я вас за язик не тянув. Ви самі написали мені на пошту. Здравствуй, райдер. Представься, будь ласка, як тебе звати, вік, чим займаєшся? Меня зовут Маша, мне 20 лет. Я вообще приехала вот недавно в Киев, 2 года, как уже меня поняли. Вот. Как бы меняю обстановочку, да, получаю новые эмоции, новых людей, новые стечения обстоятельств. Чем ты занимаешься? МИСЕМ, ФБР, ЦРУ? Да, не МИСЕМ, конечно, было бы круто, но я вообще как бы творческая личность, я пишу стихи, пишу посты. Вот. Очень люблю общаться с людьми, вот это же это коммуникация, это превыше всего, и вот будем продвигать этот канал. Побачив и подумал, что ты морский котик. Да, ты, кстати, написано, пришел, увидел, победил, приеду, поэтому я приехала сюда, да, побеждать. Какая история этой татушки? На самом деле очень длинная история. Я была еще молодая, мне было 14 лет, я ее набила в 14 лет. Да, и уже, наверное, в 14 лет я уже хотела побеждать. Ты когда-нибудь чувствовала адреналин? Да, я прыгала как-то с моста и без резинки, кстати. Без резинки? Да, без резинки я прыгала с моста. Я прыгала с задним сальто спирта. И это было очень крутые эмоции. Слушай, если ты прыгаешь и без резинки, у тебя будет миллион переглядов. Суть процесса самого и сами правила, тебе зрозуміли? Да, я уже ознакомлена с правилами, но я надеюсь, я буду удерживаться на этих таблетках. Тебе тянуть, тримайся як можеш, хочеш кричати, не стримуйся. Ми райдеру поставили обмеження 50 км на годину, є шанс утриматися, сьогодні один парубок виграв $100 США. Просто. Я надіюсь, буду побідителем. Скажи, будь ласка, у нас захід екстремальний, відмовляйся від усіх претензій на випадок чого? Отрицаю это, потому что... Если что, есть тебя кому забрать сегодня? У меня есть страховка в любом случае. Добро. Медична? Да, страховая. Ничего себе, круто. Тебе точно не страшно? Точно не страшно. Ну, есть волнение немножко даже вот при камере, но это такое. Это наоборот развивает и наши вот, именно, качества вот, в общении. Типа, это раскрепощает нас больше, типа, как человека, как личности. И наоборот, это круто. А касательно воды, вот я умею хорошо плавать, я этого не боюсь. Пробовать что-то новое всегда стремлюсь. Ой, как поэт сказал. Скажи, будь ласка, какие у тебя планы на игру и какая будет тактика? У меня на самом деле нет никакой тактики, я просто именно достаточно выносливая, потому что я занималась спортом, и у меня тактики никакой нет, я просто буду именно чувствовать самое судно, которым я буду плавать. Что хочешь передать райдеру, який тебе буде шпандюрити сегодня? Что хочу передать ему? Ну, вози как можно скорее, как можно быстрее, и не бойся, не надо меня щадить, я девочка выносливая. Сейчас будет что-то. Что-то да будет. Надеюсь, я продержусь, конечно.
и выиграем 100 баксов, да, ты говоришь, на кону? Ну что, Крей, готовы? Let's go. Погнали? Yeah. Ну и погнали. Это было люто. Я убиваю. Это вообще было просто люто. Но я молодец, я думаю. Просто на повороте я не успела рукой схватиться вовремя. Я как раз немножко руку расслабила. И она резко повернула. Ой, боже мой. Ну, надо всем попробовать это. Это просто неописуемые эмоции. Это было на самом деле в конце страшно. Я такая, я же понимаю, знаешь, внутренним чутьем, что я сейчас сорвусь. Но все равно она резко повороте. Ну, боже мой. Я смотрела через вот эти дырочки. Шлем падает, я через дырочки уже не смотрела. Фух. Но это вот было очень трудно, на самом деле. Очень трудно. Сейчас, у меня просто руки прямо коченели. Я, знаешь, что еще хотела? Такая, а ну пристану, как я. Ну, типа, на ногах, понял? Она поедет, а потом ты выскочишь. Хорошо. Подожди, подожди, как я как выскочить? Ну, не стоял, она поедет. Ага, хорошо. Ну что, як вам? Я выиграл цей раунд и повертаюся назад. Все добре. Ну я вам скажу, Маша дала сьогодні. Я був в шокі. Дівчина трималася так, жоден пацик так не тримався. Народ, не забуваємо підписуватись на наш канал, ставити лайки, окремі лайки учасникам, коменти. Рекомендуйте нас друзям. Бай, до зустрічі.